Сегодня наши соседи, куряне, проводят масштабное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею окончания грандиозной битвы на Курской дуге. Поздравить жителей региона приехал Дмитрий Медведев, полпред президента ЦФО Александр Беглов, а также главы региона, в том числе и нашего. Сегодня же на площадке Курского НИИ Россельхозакадемии премьер-министр провел совещание по первым итогам уборочной и подготовке к осеннему севу. Вот что по телефону нам рассказал Александр Козлов. В целом по России поставлена задача намолотить, собрать около 90 миллионов тонн зерна. Ну и, конечно, вклад Орловской области немалый здесь, просто поскольку мы свою планку подняли до 2 миллиона 600 тысяч вместе с гречихой и кукурузой. И мы эту обязательную задачу выполним. Развернул дискуссию вокруг сахарной свеклы. Я сказал открыто, что Орловская область может 3 миллиона тонн сахарной свеклы выращивать, но для этого нужен еще один сахарный завод как минимум.